Здравствуйте, с вами Сергей Проходский. Сегодня на канале «Про цветок» мы поговорим про очень интересную тему, для многих актуальную, на тему живых изгородей. Как их создавать, из чего их можно делать, чему уделить внимание и какие есть разнообразные варианты ее создания. Сначала, наверное, немного теории. Что же это такое? По сути, под живой изгородью понимают рядовую посадку растений, причем сближенную, когда она создает эффект ровной линейной посадки и зачастую ширмы или зеленой стены. Бывают разные высоты. Если в целом выделяют низкие, средние и высокие живые изгороди, то есть низкие это до полуметра-метра, средние, соответственно, от метра до двух, и высокие выше 2 метров. Иногда обращают внимание, что зачастую создают низкие стриженные бордюры, которые буквально высотой 30-50 сантиметров, и они часто служат окантовкой или окаймлением на переднем плане цветочных посадок, например, или каким-то рядом вдоль движения по дорожке. В противовес ему, наоборот, есть понятие зеленых стен. Когда мы создаем изгородь высотой более 2-5 метров, и очень часто из высокорослых кустарников или, соответственно, даже деревьев, как, допустим, липы мелколистные, мы получаем абсолютную зеленую стену, которая будет выполнять свою функцию. А на самом деле функций у живых изгородей как минимум несколько. С одной стороны, понятно, это хороший визуальный барьер. И многие из нас хотят иметь на участке или посадить живую изгородь, которая будет выполнять функцию ограничения, то есть защитит нас от нежелательных взглядов и оформит территорию. Кроме этого, изгороди, если они более-менее внятной высоты, создают хорошую ветрозащиту. И это, кстати, совершенно другое в сравнении, допустим, с теми же заборами, особенно из металлопрофиля, которые создают на участке эффект колодца и вызывают абсолютно непонятные движения ветра. И изгородь, она все-таки сохраняет свою сквозистость и будет уменьшать силу и скорость ветра. Кроме этого, изгороди могут использоваться в качестве ширм на участке, когда мы будем его зонировать. И таким образом мы сможем разделить участок на некоторые зоны, в каждом из которых внести свою функцию. И понятное дело, что живые изгороди являются элементом ландшафтного дизайна. Они привлекают внимание, они несут декоративные значения, декоративный эффект и сами по себе могут быть очень интересными и разнообразными. В этом плане изгороди, кстати, разделяют еще на 2 группы. Первая группа – это нестриженные или неформованные изгороди, которые также будут свободно растущими. Такие изгороди чаще всего создают из красиво цветущих кустарников, начиная, допустим, от шиповников, той же розы морщинистой, включая боярышники, форзиции, спиреи и другие растения, которые цветут и в рядовой посадке будут создавать как раз-таки классный декоративный эффект. Второй тип живых изгородей – это, наоборот, стриженные или формованные, которые будут иметь четкие контуры, будут выполнять в основном линию функцию подчеркивания границ или выделения как раз-таки каркаса. Вот они, кстати, очень часто применяются разными по высоте. Высокие или средние по размеру вдоль участка, когда будут выполнять функцию ограждения и забора. Сюда хорошо подойдут такие растения, как боярышники, пузыреплодники, в том числе. И широко распространенный спектр хвойных растений, в частности, тех же туй, о которых мы уже говорили ранее в отдельном ролике. Кроме этого, живые изгороди небольшого размера, допустим, из кизильника блестящего, из берючины обыкновенной, из тех же некоторых спирей, когда мы можем пожертвовать цветением, они являются хорошим визуальным элементом и подчеркивают где-то композиции, добавляют своего колорита. Поэтому понятно, что изгороди очень разнообразны, интересны и в то же время многофункциональны. Именно, наверное, за счет этого они не теряют своих позиций как элемент ландшафтного дизайна. Понятно, что сами по себе они могут создаваться из очень широкого спектра растений, вечно зеленых и, соответственно, листопадных. Для того, чтобы растение подходило для живой изгороди, особенно, соответственно, для стриженной или формованной, важно, чтобы оно обладало определенными качествами. Во-первых, оно должно хорошо куститься и хорошо обрастать. Желательно, чтобы оно имело небольшую листву, то есть мелкие листья, которые после стрижки, допустим, будут смотреться аккуратно и красиво. Также хорошо, если изгороди медленно растущие, то есть когда они после стрижки будут долго и хорошо держать
кроном. Но в зависимости от освещенности они могут быть очень разнообразными. Если это свободно растущие изгороди из красиво цветущих кустарников, понятно, что это будут растения светолюбивые, цвести они будут чаще всего хорошо на солнце, в абсолютном большинстве. Но в то же время зачастую изгороди, когда мы стрижем и создаем, соответственно, наоборот, в условиях затенения небольшого или за счет того, что просто в нижнюю часть кроны света попадает меньше, очень важно, чтобы растения были теневыносливыми. Именно по этой причине широко популярны в изгородях, в том числе в садовых лабиринтах, кстати, тис ягодный, в бордюрной посадке самшит вечно зеленый. То есть растения, которые теневыносливы, и они будут полностью сохранять по своему каркасу листья от верхней части до нижней части кроны. Про это следует помнить. Когда мы говорим о вопросе создания живой изгороди, важно понимать, как же подойти к процессу технологически, какие операции в какой последовательности необходимо выполнить. Здесь есть два момента. Если мы создаем изгородь из крупных растений, уже возрастных, то, понятно, можно высаживать их в отдельные лунки, в отдельные ямки. И они уже будут либо сомкнувшимися, либо сомкнутся в ближайшее время. Но в абсолютном большинстве случаев все-таки для изгороди используется более компактный или стандартный посадочный материал. Тогда выкапывается траншея, и растения по шнуру, то есть по натянутой веревке, будут высаживаться внутрь этой траншеи. Сама по себе траншея стандартных размеров – это где-то примерно 50-60 сантиметров шириной и около такой же глубины. В такую траншею мы сможем высадить абсолютное большинство кустарников для живых изгородей. Кизильник блестящий, берёзину обыкновенную, разнообразные виды и сорта дёрена или сведены, спиреи, лапчатки, соответственно, барбарисы и много-много распространенных кустарников для живых изгородей. Если же мы будем создавать изгороди не однорядные, а двух- и трехрядные, понятное дело, что необходимо траншею расширять, добавляя на каждый ряд 20-30 сантиметров по ширине. Здесь важным становится вопрос расстояния между растениями в живой изгороди, то есть шага посадки внутри одного ряда, и если мы говорим о многорядных изгородях, то расстояние между рядами. Важно здесь помнить, что каждое растение развивается в каких-то своих размерах, и есть компактные небольшие карликовые, буквально сортовые спиреи, барбарисы, которые высаживаются с шагом буквально в 20-30 сантиметров. Если мы говорим про стандартный кизильник и берючину, стандартным шагом посадки будет 30-40 сантиметров. Спиреи, дерины, соответственно, пузыреплодники высаживают через расстояние 0,5-0,8 метра. То есть чем крупнее растение будет в дальнейшем, то, что заложено биологически природой, тем больше расстояние необходимо дать. А если мы говорим про высокорослые живые изгороди, высокие, из высоких растений, то часто шаг посадки 0,8 метр до 1,5 метров. Для того, чтобы у растений в будущем хватало, соответственно, места для полноценного развития, и важно, чтобы был объем субстрата, который нужен для питания, и в том числе корневой системе. Когда мы, соответственно, произвели посадку, в дальнейшем надо понимать, что каждое растение нарастать будет по-разному, и, соответственно, его необходимо будет немного формировать. Если мы говорим про свободные живые изгороди, вполне возможно, что с формовкой мы не будем вмешиваться вовсе. Или немного, иногда корректировать общий габитус. Если мы говорим про стриженные изгороди, здесь кратность обрезки может быть очень разной. Допустим, кизильник блестящий может стричься там до десятка раз в год. А, к примеру, изгороди из большинства хвойных, из, допустим, той же туи западной, вполне достаточно будет одной, ну или, может быть, двух обрезок. Плюс важно, в каком состоянии мы хотим видеть изгородь. Для кого-то надо, чтобы изгородь была постоянно идеальной по всему, своему внешнему виду. И, соответственно, как только растение будет отрастать, после этого мы сразу же будем его обрезать. Для кого-то может быть и элемент какой-то неопрятности. Аккуратными с точки зрения обрезки или стрижки необходимо быть во второй половине лета, когда отрастающие молодые побеги после обрезания могут, соответственно, изменять уровень инсоляции на поверхности кроны, и после стрижки изгородь может немного обгорать. Поэтому лучше переждать самый засушливый период и, соответственно, стричь позже. Так, в целом, стандартно живые изгороди классически стригут
в конце зимы и начале весны, до начала сокодвижения, когда мы в целом формируем габитус и общую крону растений в изгороди. Плюс часто повторно после основного периода прироста. То есть это конец июня, начало июля, для того, чтобы на вторую половину сезона изгородь у нас тоже смотрелась аккуратней. Дальше все зависит от биологии вида или сорта. Это является основным способом содержания изгороди. Понятно, что мы здесь не будем говорить про варианты подкормки, полива, то, что будет касаться в целом всех растений, кустарников, деревьев, многолетних цветущих растений и всего остального. В завершение мне хотелось бы остановиться на том, что в настоящее время изгороди очень разнообразные. И обязательно обратите внимание на изгороди цветные. То есть, когда на одном ряду изгороди используются разные сорта растений, которые будут создавать не монотонную гамму по всей своей длине, а будут отличаться колористически. Смотрите, можно взять, к примеру, широко известный пузыреплодник калинолистный, который видовой сам по себе имеет зеленую окраску листьев. Кроме этого, есть неприхотливые сорта дьявола с темно-красными оттенками листвы, лютеус с золотистой листвой, и скомбинировать в их изгороди, допустим, блоками. То есть вы высаживаете несколько экземпляров одного сорта, потом несколько другого, можно добавлять, соответственно, и другие оттенки. Наверное, единственное, что здесь не стоит слишком пестрить и высаживать буквально через одно растение, а работать все-таки более крупными единицами, то есть именно блоками. Хорошим вариантом, кстати, будет и комбинация других лиственных растений как раз-таки по цвету. Помните также про то, что есть вариант использования красиво цветущих кустарников в живых изгородях формованного типа. Допустим, форзиция европейская, средняя, которая является очень классным весенне-цветущим кустарником. Напомню, цветет активно весной до распускания листвы желтым цветом. Так вот, она как раз-таки отлично себя чувствует в стрижке и не перестает цвести, соответственно, даже если мы постоянно ее обрезаем. Поэтому обратите внимание на изгороди в целом и вот на такие варианты использования цветных растений. Спасибо за внимание, до встречи!